тащила елочку вчера. Доброе утро, мои любимые. Доброе, прекрасное питерское утро. У нас сегодня 6 января 2022 года. Четверг. Рождественский сочельник. Поздравляю, мои любимые. Не забудьте поздравить Евгения, Клавдию, Николая и Сергея. Бабушка и дядечка, поздравляю вас с вашим днем ангела. Что-то он не резко снимает. Хочу вам прочитать свой стих давнишний. Захотелось прочитать давнишний именно. Я его послала подружке ВКонтакте. Ты здесь сейчас, в моменте есть. Ты благородство, вера, честь. Ты жизни трепетный росток. Ты запад, север и восток. Ты юг с прекрасами природы. Ты красота вселенской оды. Все слышу в этом вечном ты. Хрустальный звон снежинок снежных нежных. Мощь обрушения волн безбрежных, бег облаков по сине неба, хрустящий вкус ржаного хлеба, все вижу в ты, в зрачке твоем, ты мой прекрасный вечный ом. Такой стих. Поделилась с вами. Люблю вас, мои хорошие, спасибо за ваши комментарии. За хорошие и не очень, за ваш отклик, за то, что вы есть. Очень-очень люблю вас.